Привет всем, друзья мои! Сегодня мы едем с Альфредо в маленькое путешествие, небольшой городок Чивитанова. У нас очень сильное солнце сегодня, отличная погода, а вчера был дождик. И, короче, тепленько так, приятно. Вижу, что ветра нет. Я думаю, что наше маленькое путешествие сложится нормально, надеюсь. Чивитанова находится в Марке. Куда мы едем? В общем, вот так вот. Альфредо побежал сейчас денежки снять в банкомате, потому что нам нужны немножко деньги с собой. Это уже закончились все денежки. Денежки. Вот так мир устроен, что всем нужны деньги. Даже чтобы, ой, радоваться жизни. И все равно денежки нужны. Здоровье и деньги – вот все, что нам нужно, правильно, главное в жизни. Ну, конечно, среди денег и здоровья самое главное – это здоровье. Если нет здоровья, то ничего и не хочется, правильно? Когда здоровечко более-менее нормальное, то уже хочется и то, и сё, и пятое, и десятое. Вот так устроен наш современный мир. Раньше, когда люди жили в древности, им так уж деньги были не нужны. Натуральные продукты меняли, обменивали. А сейчас без денег никуда. Вот так, к сожалению. Хотя в Библии описаны наши последние времена. Короче, я не буду забалтывать вас. Давайте поедем дальше. Потому что Библия – это глубокая тема. Я читаю Библию, читаю Новый Завет. Я верю, что мы здесь не зря. Это очень глубокая философская тема, которая рождает много споров. Поэтому говорят, лучше не надо говорить ни о религии, ни о деньгах, ни о чем таком особенном. Но иногда хочется поболтать. Долго там бегает. Про деньги хотела. Многие спрашивают, на какие деньги мы живем. Люди любопытные. В общем, насчет этого хочу сказать, что я всегда всю свою жизнь немножко зарабатываю. Я не могу сказать, что прям я богатая, какая-то успешная дама, но чуть-чуть на жизнь нам хватает. Я стараюсь немножко заработать. Я не люблю сидеть ни у кого на шее, ни у кого зависеть. И вот всем девочкам советую, работайте немножко, какое-то хобби, может быть, у вас есть. Вот это, развивайте его, и то, что приносит небольшое удовольствие и небольшие деньги, оно все равно как-то тебя поддерживает в жизни. А еще хотела посоветовать, вот если у вас есть какой-то маленький доход постоянный. О чем я? Если у вас есть какой-то маленький доход, постарайтесь завести свой счет в банке, чтобы именно на ваш счет приходили деньги. Там маленькие денежки, бедненько, худо-бедно, но все равно. Это большое дело, когда есть свой собственный счет в банке. И это очень важно в жизни, девочки, чтобы не зависеть ни от какого человека, постараться. И так с Божьей помощью потихонечку ваша жизнь будет налаживаться, даже за границей. Это не так опасно будет. Это я уже болтаю, потому что некоторые меня кое-что спрашивают, у меня уже в голове все перепутывается. Ну, немножко какую-то информацию выдаю. Вот говорят, итальянцы жадные. Ну, не знаю, Альфредо, они экономные. Они, конечно, считают денежки. Даром тратить не будут, но я вижу, он все, что имеет, он почти все на нас тратит. То он не сильно жадный, можно так сказать. Ну, не жадный. Не жадный он, поэтому я с ним и живу. Если бы он был жадный, скупой, это была бы жизнь, конечно, невыносимая. Это говорить даже нечего. В общем, наболталась с вами, сейчас поедем дальше. Может быть, много лишнего я болтаю, и это потом против меня будет.
Ну, вот такая я болтушка. Иногда как меня понесет, и даже много лишнего говорю. Ну все, дальше едем. Открываются. Просто чудесно. Но здесь еще тепло. Тепленько. Вот мы въезжаем в туннель сейчас. А смотрите, там на холмах вечно зеленые оливковые деревья, сады. Я раньше не знала, что оливковые деревья, они вечно зеленые. Думала, только елки. Но оказывается, оливки тоже. И сейчас сезон, жмут оливковое масло хорошее. Мы уже купили себе на зиму 20 литров. 6,50. Экстра виржин, это от хозяев. Личное, неочищенное, очень вкусное. Мы всегда так делаем, на зиму покупаем. Еще детям надо, нам надо запасаться, чтобы детям передавать. Потому что наши дети тоже любят такое масло. Его не сравнить с магазинным маслом.